Шалом! Мы сегодня здесь собрались по очень важному такому событию. 25 лет назад евреи за Иисуса начали служение в бывшем Советском Союзе именно здесь, в этом городе, в городе Одессе. Замечательное время. И сегодня здесь праздничное служение, посвященное открытию юбилейной евангелизации, которое мы, знаете, хотим вместе все прославить имя Господа, превознести Его и сказать всем людям, живущим здесь в Одессе, что Иисус таки да воскрес, и мы, евреи, верим, что Он есть наш Мессия и Спаситель всего мира. И особенно просим, чтобы молились вы и также передали вашим церквям, общинам, чтобы поддерживали это время в молитве, всю эту евангелизацию. Знаете, есть важные молитвенные нужды о том, чтобы Бог открыл сердца людей этого города, как евреев, так и неевреев, чтобы многие из них пришли ко спасению. Молитесь за оппозицию, чтобы, знаете, у ней нашлась работа, и они были заняты какой-нибудь работой и не морочили нам голову, чтобы мы могли делать свое дело, не отвлекаясь, знаете, на вот этих людей, которые ищут, чем заняться. Вот. Также мы просим, чтобы молились о том, чтобы наши братья и сестры возревновали, знаете, увидев нас всех вместе, стоящими на улице, раздающими литературу, говорящими с другими людьми, танцующими, поющими, выступающими и так далее, чтобы возревновали и также возжелали выйти на улицы нашего города и провозглашать Евангелие, проповедуя Слово Божье. Аминь. Поэтому большая просьба, молитесь сами об этом и передайте в своих церквях, чтобы также поддерживали и участвовали в эти дни в евангелизациях, чтобы в действительности, знаете, город был наполнен Словом Божьим.